Мы находимся в этом бункере. Здесь обитают какие-то монстры, зомби. Они нас не видят, они слышат. Кто в этом шкафчике размером с человека? Но сначала поставь лайк на видео, и последняя цифра твоего лайка покажет, что ты получишь на этой неделе. Просто попробуй. Поставили? Умнички. Напиши в комментарии, что у тебя, и я обязательно поставлю тебе лайк. А если ты успеешь подписаться на канал и поставить колокольчик за 5 секунд, то завтра тебе придет на телефон 10 тысяч рублей. Скорее подписывайся. Всем привет, меня зовут Влад4. Верно, вы удивились, когда увидели картинку этого ролика. Репетиция поездки в реальный. Перед этим решили узнать, каково это. Мы познакомимся с этой вселенной. Страшнее квеста просто не существует. Ставите лайк. Ну и конечно же просите страшилки. Ребята, поставьте, пожалуйста, лайк под этот ролик. Это информация. Глент сходил 3 раза в туалет. 4, я только что вернулся. Если лайков будет много, будут квесты пострашнее. Эту клетку, мы уже ее прорезали. У нас была наводочка. Вы готовы начинать? Погнали! Решетка под напряжением! Опасна для жизни! Заходим! Здравствуйте, пацаны! Заходим и идем к стене. Ого, ничего себе! Проходи внимательно, от этой информации будет зависеть ваша жизнь. В бункере обитают существа нечеловеческого характера. Легкие вещи абсолютно запрещено. Чем скрытности, то есть чем тише вы себя ведете, не взаимодействовать вообще. Стелс, это же наша тема! Но чем громче вы себя ведете, тем существа вам с каждым разом. Все существа абсолютно слепые, что-нибудь уроните, они придут на источник шума. Заденет вас плечом или то, что осталось от плеча, плоть мяса и отведают в прямом смысле этого слова. В 1986 года произошел взрыв, в 2006 году произошел аномальный выброс. Где возникать аномалии, артефакты и иные формы жизни. Бомбу, которым будет нужно найти, собрать и активировать. Вы можете увидеть некоторые элементы этой бомбы. Бомбе его необходимо найти и найти коды допуска. Пульт управления запускается вручную. К ней идет провод. 2 модуля. Черные ящики с металлической ручкой. Пустилось. 2 ящика, провод, блок питания и вилка. 11 секунд, чтобы покинуть этот бункер. Удачи, сталкеры. А там же вы говорили про вопрос. Это подстава. В настоящем Чернобыле с нами никого не будет. Там рация. Алло! Вы добрались, мой позывной проводник. Найдите аварийный генератор, чтобы обеспечить себя светом со входной дверью. Найдите его и запустите. Я не пойду туда. Что там такое? Все нормально. О, свет. Подождите. Ну свет врубил этот. Я нашел личные дела сотрудников этого бункера. Скорее всего, они вам помогут проникнуть внутрь. А здесь обитают какие-то монстры, зомби, они слепые. И как вы поняли, мы находимся в этом бункере. Совершенно секретно. Это загадка, пошла уже, это квест. У каждого личного дела есть свой код доступа. Пацаны, идите сюда. Здесь есть ключ с кодом доступа от всех личных дел. Они все разные. Здесь. Проводник, у нас тут какой-то монстрик. Нет. Неправильный. Если что, это поможет нам слиться с этими чудиками. Среди личных дел был график дежур. Выходил последний в смену. Его код доступа. Всем. Вожу Степанова. Пацаны, надо идти. Так, ты первый открывал. Вот. Кстати, Серега хотел. О, ну, давай, Серега. Давай. Тихо. Заорал. У нас тут голова какая-то отвалилась. Двигайтесь. Нету, мы одни. Здесь оборудование, очень много. Мы нашли оборудование. Отлично, сталкеры, вы пробрались. Если не хотите сдохнуть раньше времени. Модуль, черный ящик с металлической ручкой. Раз, нужно его отвлекать. Берем предметы тяжелые и бросаем. Взятки, я посрался. Это не оно? Да, оно. Оно! Костюм начальника забирать нужно? Ты для начала найди. Тихов, надевай. Подскажи, начальник. Полковник, а как конкретно? Плащ химической защиты. Найдите военную камуфляжную куртку. Пускать напольный военный ящик. Спасибо, полковник. Я проводник. Это Серега сказал, извини. Снимай. Проводник, мы нашли ключ. Кобяк, надевай. Двигайтесь дальше по коридору, но не шумите. Поменяй просто куртки. Чтобы вышли. Если вы видите, что я сплю, это... Они нас не видят, они слышат. Мне кажется, Кобякову хана. Понимаете, это важный человек, которого там, ну, нужно будет забрать. Я что-то делал. Давай, сейчас, подождите, я по команде. Там дверь открылась. Я первый вышел. Так, все, мое дело сделано. Придумай что-нибудь. Логично. Твой выход, Кобяк. Заходи. Пойди, я открою. К
кое-что нарыл про этот бункер. В нем проводились какие-нибудь останки существ. Было бы обыскать их повнимательнее. Вернемся за головой. Спасибо тебе, родной. Нам нужно вернуться за головой. Челочку вижу чувака в бушлате. Я думал, это Кобяков по полу бегает. Ключ. Ключ, который вы нашли, подойдет к чему-нибудь медицинскому. Мы нашли провод и две вилки. Я надеюсь, модуль. С тобой двигайтесь дальше, в этом помещении становится небезопасным. Сталкеры, быстрее, ползите вниз. Походу, чернобыльская аномалия. Сталкеры, что встали? Мужики! В тени есть единственный источник света. Кобяков зашел куда? Как ты там оказался? Разгадывай загадку, смотрите. Мало ли, пацаны, все, ключ у меня. Пацаны! А, и Серега, блин, вот у меня важные инструменты. Хорошо. Серега, я тебя оставлю здесь. Хорошо, мы уже в туннеле. Туннель оказался коротковатым. Проводник, проводник. Отлично, сталкеры, вы добрались до пульта управления, дойдите к нему. В деревянном корпусе стоит красный баллон, боку розетка под провод. Если вы правильно установите... Если этот модуль то, что нам нужно, то сейчас загорится зеленая лампочка. Клади. Где розетки? Сейчас разберусь, держи. К сожалению, сталкеры, дальше. Сейчас советую оставить бомбу в покое на следующую комнату. Элементы бомбы... Мы нашли не все элементы. Получается, нужно идти... Это то, что нужно. Давай сюда. Посмотри. 10-ампер. Вот сюда вставляй. Так, первая пошла. Вторая. Еще один нужен. Нам нужно найти третий предохранитель. Вставляем. Нужно найти еще один черный ящик. Соберитесь вокруг рации. Рядом с бункером военные обнаружили труп ученого. Их на фотографиях. Они были очень важны для него. Необходимо найти три фотографии в этом помещении. То в этом шкафчике размером с человека. Тут очень много ячеек. Ох. Тихо, не шумите, не шумите, не шумите. Ребят, я нашел одну фотографию. Так, что это? Криогены какие-то. Ну что, сталкеры, сталкеры, этот ученый изучал аномалию, совывайте контейнер, не передвигайте, это опасно. Прятал. Так, окей. Может, вот тут с внешней стороны. Ключ. Пацаны, это сюда. Плюс фотка. Блин, блин. Управление детонатором. Храни это. Или нет? Серега, ты карточку, где идут дети. 4 человека. Чёрт. Прям как мы. На информацию держи в курсе. Может сказать, что я в туалет хочу? Чемоданчики. А, стоп. Этот кот похож на это. Внимательно обыскать его. Но будьте осторожны. Так, шум. Есть. Так, еще одна. Мы нашли фотку младенца. Кому-то из вас необходимо взять рацию сотрудники этого бункера, чтобы все... раздать фотографии. И только 3 фотографии. Больше быстрого из вас. Я самый медленный. Ты самый быстрый. Серега. Челленджер. Почему? Нет, я не пойду, Влад. Я не пойду, я клянусь. Во. А ты что стоишь? Вообще ты давай. Я не пойду. Нет, пацаны, я не пойду. Ты быстро и ты быстро. Пички, пожалуйста, поддержите клиента. Лайком. Меняемся. Конечно. Собирай. Крас. Будь осторожен, сталкер. И чем быстрее ты это сделаешь, тем будет лучше. Я прям чувствую, что вы наблюдаете, и вы прям переживаете за меня. Очень темно. Электричество. Нужно дождаться, пока оно ударит. Давай, давай, давай. Перед тем, как что-то делать, ходи в правильном порядке. Сверху загорится код. Бежать. Запомнить код и бежать к товарищам. Запомнить код, запомнить код. Сейчас придется бежать. Ты готов? В правильном порядке. А, понял. Загадка же. Ты солдат. 17:30, бежим, бежим! Эй, быстрей! Сюда, 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 за мной! О, ребята, это Влад, это Влад! Это 17:30, 17:30! 17:30! Посмотрел на его лицо в один момент! Он красный, страшный! Убирайте это! Это надо, это катушка, которая разрабатывает электричество! Там нет прохода, кстати, сталкер, он сказал. А, сори! Второй модуль, вторая розетка. Вперед! Иди! Мы ставим второй модуль. О, загорелся! Убедитесь, что горит 2 зеленых индикатора, ставьте модулем. Поменяй местами. Есть! Да. На этот листок и на пульт управления. Подумай. Третий, четвертый включить. Все. О, таймер. Как только таймер запустит, он идет. Он идет! Туда пошел, пошел, пошел! Давай, давай, выходи, выходи!
Пацаны, бежите! Выходите! Быстрее! Сюда! 4, 3! Мы это сделали! Пацаны! Ребята, это было невероятно! Обязательно поддержите лайком! Чем больше лайков, тем быстрее следующая часть! Лен, Кобяков, Серега!